Максюзенс! В сегодняшнем видео мы расскажем о новом министре обороны Армении. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете длительный путь современного министра обороны Армении, доверенного лица Никола Пашиняна. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Мы начинаем. Обязательно досмотрите это видео до конца. Давид Эдгарович Танаян родился 27 декабря 1967 года в городе Усть-Каменогорск, Казахстане. Армянский военный и государственный деятель, министр обороны Республики Армения. К сожалению, о такой известной личности информации очень мало. Вот что известно широкой публике. В 1986 году ушел на службу в ВВС СССР. С 1988 года по 1991 год Танаян обучался в Ереванском государственном университете, а уже с 1992 года служил в системе МВД Республики Армения. С 1994 года по 1995 работал начальником отдела в управлении военной полиции МО Республики Армения. А с 1997 по 1998 года находился на службе в управлении внешних сношений и международного сотрудничества Республики Армения. С 1998 по 2004 года он занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО. В 2007 году стал начальником управления международного военного сотрудничества и оборонных программ МО Республики Армения. С 2009 года по 2010 вернулся к должности начальника управления оборонной политики МО Республики Армения. А вы поддерживали действия и решения нашего сегодняшнего героя? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. В 2010 году был назначен первым заместителем и министром обороны Республики Армения. На этой должности он проработал до 2018 года. В том же году указом президента Республики Армения присвоена степень государственного советника второго класса специальной гражданской службы Армении. Награжден медалями за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Андроник Азанян, Вазген Саркисян за безупречную службу первой, второй и третьей степени. С 2018 года назначен на должность министра обороны Армении. Եթե խնդիրը գնալու է ռազմական գործողությունների վերսկսմանը, մենք չենք ապավելու։ Հարցակվելու ենք նաև։ Իսկ ինչու ոչ։ На данный момент Давид женат и имеет двоих детей. К сожалению, это вся информация, которую мы смогли найти. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!